В Сургуте до конца года появится еще один пункт слива сточных вод. Строительство объекта уже началось. На его возведение горводоканал выделил 17 миллионов рублей. Это озвучили на встрече по пресечению несанкционированного слива стока в систему водоотведения города. Вопрос обсуждали руководство горводоканала, представители администрации и предприниматели. Проблема назрела давно. Все дело в том, что единственный объект, где можно сливать сточные воды и платить за услугу, находится в районе поселка Лунного. Но это далеко от многих городских микрорайонов. Поэтому, как показывает практика, многие бизнесмены предпочитают сливать воды, как говорится, где попало. А это прямое нарушение, в том числе и природоохранного законодательства. По аналитическим данным горводоканала, до официального пункта слива доезжает лишь 30% от всех машин. Все остальное попадает в канализационный коллектор. Затем предприятию приходится решать вопрос по дополнительной очистке, так как воды привозят с автозаправок, бань, салонов красоты. Новый коммунальный объект – один из механизмов решения проблемы несанкционированного слива, уверены специалисты горводоканала. Не будет таких очередей, да, ну, есть в части пик, кто сливается, есть пробки так называемые, да, там есть очередь, и, соответственно, второй сливной пункт нам позволит улучшить, как бы, да, и время снизить слива, и как бы удобнее быть, потому что в данный момент слив находится у нас напротив поселка Лунного, да, здесь на Рафлотской, то второй будет на востоке, который, ну, как бы с двух сторон будет два сливных пункта, которые позволят выбирать уже более оптимальный пункт, путь для водителя, который будет вести сток.